Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне хотелось бы сегодня рассказать вам о возможностях современной медицины заботиться о репродуктивном здоровье. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца видео, чтобы не пропустить важную для вас информацию. Ну и мы занимаемся здоровьем мальчиков и девочек, начиная с пубертата и заканчивая здоровьем бабушек и дедушек. Все, что касается репродукции, гормонов у них связано с репродуктивной функцией, это наша стезя, это наш приоритет. Мама всегда должна следить за развитием своего ребенка. Да, она должна понимать сроки приблизительно. Вот, например, у девочки становление менструальной функции осуществляется где-то примерно 12,5 лет. Если раньше начинается менструация, если раньше появляется какие-то половое волосение, если раньше возникает рост молочных желез, это повод мамы обратиться к детскому гинекологу с вопросами, все ли в порядке у ее ребенка. Если неправильно начинается цикл, если он нерегулярный менструальный цикл, если девочка начинает прибавлять очень быстро массу тела, если у нее очень болезненные эти менструации, ну вот все, что выходит за пределы общепринятой нормы, как бы, про которую, в принципе, знают все, да, мамы и папы, то это повод обратиться к врачу для того, чтобы задать вопрос, все ли в порядке. Если не в порядке, то что с этим делать для того, чтобы избежать дальнейших проблем. Чем раньше мы поставим диагноз, тем быстрее и эффективнее будет проводиться лечение, и мы тогда быстрее получим тот результат, который надо и врачу, а главное, это надо пациентке. Если процессы запускаются, то начинаются проблемы, уже связанные с нарушениями углеводного обмена, процессы, связанные с нарушением сердечно-сосудистой системы, и пациент становится уже не только пациентом акушера-гинеколога, но и эндокринолога, кардиолога и так далее. То есть в нашей специальности очень важно своевременно установленный диагноз. Это касается и эндокринологии, и гинекологии, и, естественно, сочетание этих двух специальностей эндокринной гинекологии. Можно обратиться в наш эндокринологический центр к гинекологам-эндокринологам, специалистам вспомогательных репродуктивных технологий, либо к нашим урологам и андрологам, задать все вопросы, которые вас волнуют, при необходимости пройти обследование, если каких-то анализов не хватает, и решить ту проблему, которая может быть для вас важна. У нас накоплен огромный опыт, многолетний, по решению проблем, связанных с нарушением функции репродуктивной системы, как у мужчин, так и у женщин. Друзья, для того, чтобы записаться на прием к акушеру-гинекологу, гинекологу-эндокринологу, репродуктологу или андрологу-урологу в наш центр, нажмите просто на ссылку под этим видео. Спасибо!